Да, пока это оборудование еще не работает, но паркомат уже занял свое место на одной из самых оживленных улиц города. В районе Праволыбецкой есть деловые центры, вокруг много офисов, магазинов, ресторанов. По этой причине здесь постоянно ищут место для парковки автомобилей. Система паркоматов в скором времени внесет свои изменения в расстановку машин на этих улицах. А пока можно увидеть другие изменения. Это отремонтированный асфальт, новая разметка. Все это появилось здесь в преддверии открытия новых паркоматов. Сейчас будут еще в этот период времени установлены информационные знаки, дорожные знаки, которые будут говорить о том, что это зона платной парковки. И также еще будут сделаны ряд информационных обращений горожанам нашим о том, что как нужно правильно пользоваться парковкой, какие способы оплаты существуют для того, чтобы граждане не нарушали действующее законодательство. На территории двух пилотных улиц Радищева и Праволыбецкой установлено 3 паркомата в рабочем состоянии. Их осталось только активировать. Стоимость в настоящее время подготавливается проект постановления администрации города Рязани. Проект находится на согласовании. Я думаю, что тут прям совсем в ближайшее время обязательно будет утвержден и опубликован. Тариф и режим работы паркоматов будет еще только утвержден. Предполагается, что платная парковка будет действовать только в рабочее время. Ночной период будет бесплатен для всех. Плата через паркомат может быть организована путем безналичной оплаты, через смс-сообщение, через электронный портал и для удобства горожан через мобильное приложение.